Движение на Дачной всегда активное. Автомобилисты объезжают пробки. На участке между Пензенской и Чернореченской посреди дороги появилась свежая яма. Ее-то и отметили самарцы в специальной карте. Проект ОНФ «Карта убитых дорог» работает по всей России. На сайте жители оставляют фото и комментарии к проблемным участкам дорог, чтобы показать, где ремонт требуется в первую очередь. Голосование нужно для того, чтобы определить приоритеты этой дороги. Потому что если проголосует малое количество людей, то, скорее всего, эта дорога может быть... ведет кому-то на дачу, интересует там одного-двух человек, да? А если проголосует все-таки большее количество людей, то это более социально значимая дорога, и она как раз должна быть отремонтирована. Дорогу на Дачной содержит МП «Благоустройство», им направят заявку. На следующей неделе на этом участке проведут аварийный ямочный ремонт, заверили представители предприятия «Дорожное хозяйство». В настоящий вот момент вот ведутся вот работы по проектированию. Как только проект пройдет по положительной государственной экспертизе, вот выделится на нее средства, и она поступит в ремонт. Приведут в порядок и улицу Олимпийская на участке от Ракитовского шоссе до Алматинской. Дорогу ремонтировали в 2013 году. Ранее подрядчик, который выполнял работы, исправил возникшие гарантийные недочеты, но потом обанкротился. Велась активная претензионная работа. В настоящий вот момент департамент ждет решение суда положительного с целью вот выйти на ремонт этой улицы за счет бюджетных средств. Мы планируем этот участок отремонтировать в течение следующих месяцев. Всего благодаря совместной работе Самарского муниципалитета и инспекции ОНФ удалось дополнительно отремонтировать 17 проблемных участков дорог и еще 14 приведут в порядок в этом году. Анастасия Вишневская, Дмитрий Мешканцов. События.